Всем-всем огромный привет! Как и обещала, я показала помады и наконец-то очередь у меня дошла до теней. Надеюсь, со мной будет интересно. Явно такое количество мы разобьем на несколько частей. Кому-то это, наверное, понравится. Но я сама на самом деле очень люблю смотреть тени. Я тени-маньяк, если можно так сказать. Давайте я вот так вот поставлю камеру уже на штатив. И буду брать тени и показывать. Девочки, кто ждет сильное информативное видео, вряд ли получится, потому что тени многие уже не выпускаются. Но так как запрос был показать мою коллекцию, а они у меня есть, я буду показывать. Поэтому, надеюсь, со мной будет интересно. Дорогого вы ничего не увидите. В основном это масс-маркет, что-то даже китайское. И стандартные компании Avon, Faberlic, Мэри Кей, и Фраше, да, ну и кое-что еще, но немного. Давайте начнем. Наверное, начнем мы с вами. Я хочу, по крайней мере, вот с этой палеткой, которую я очень-очень люблю. Это палетка от Maybelline, New York, нюдовая. Ну, я не знаю, стоит ли показывать ее, ну вот, заднюю часть, потому что эту палетку знают многие. Она действительно нюдовая, и ей можно сделать прекрасный дневной макияж, и также можно сделать вечерний, потому что есть темные оттенки. Давайте покажу. Очень ее люблю, мне ее прислала в подарок Надежда. Так. В ней есть как матовые, видите, так и сатиновые цвета. Некоторые очень яркие, некоторые прямо совсем спокойные. Ну, вот, например, вот этот вот оттенок, это оттенок просто наносится на все веко. Он и не должен давать цвет, но вот жирный блеск или что-то такое он прекрасно уберет. Если приглядываться, то видно, что он имеет такое небольшое-небольшое свечение. Я тут во всеоружии уже запаслась мицелляркой, ватными дисками. И буду вам показывать. И вот последние два цвета выглядят вот так. Я уже так в ряд. Вот, это верхний ряд мы с вами посмотрели. Сейчас покажу нижний. Очень люблю эту палетку. На самом деле вышла у них еще не так давно вторая в розовых тонах. Я ее тоже хочу, но в зиму не хочу, потому что зимой мне розовые цвета не идут. Ну, они многим, я думаю, не идут зимой, потому что щеки красные, и если глаза розовые, то это не очень. А вот это самое то. Я думаю, что в этом месяце девчонки очень ждут косметичку месяца. Наверное, вот эта палетка-то как раз и пойдет в косметичку месяца. Тоже вот они такие красивые-красивые. Даже можно на выход сделать макияж благодаря этой палетке. Видно, что и спокойные цвета, и в то же время есть такие вау. Вот. Сразу отвечу на вопрос, девочки, кто ждет косметичку месяца. Я ее не снимаю только потому, что мне надо было показать помады и тени. Ну вот, приходится это делать. Так, я буду так вот все складывать, чтобы, как многие любят, все было перед глазами. Вторую палетку, которую я покажу, она в форме вот такой прекрасной книги. Ну, по-русски мы называем часто «Эльф» эту серию. Но на самом деле эти три буквы как-то звучат по-другому. Я просто не знаю как. А, вот здесь зеркало. И вот так смотрится сама палетка. А вот эта сторона, она по сути очень похожа на то, что мы сейчас с вами... Так, сейчас я солнечных зайчиков буду пускать. Ну давайте я вот так сделаю. Сейчас я вытру руку. И некоторые сводчи вам покажу. Эту палетку мне присылала Леночка, ее ника Рибет. Я у нее выиграла в конкурсе. Так, и вот давайте я некоторые вот отсюда. Я все не буду, я вот так вот выборочно некоторые наберу.
Вот, видите, они какие яркие, хорошие. То есть не хуже. Я вот сказала бы, что в этой палетке просто больше цветов. Вот. Она мне очень-очень нравится. И когда хочется по-быстрому сделать макияж, я использую ее. Давайте я так возьму к себе сюда поближе. Мне с ногтями не очень удобно за сводчами бегать. Смотрите, какие цвета. Видите, ну реально красивая. Очень хорошая эта палетка, я ее люблю. Какие-то чуть бледнее, и нужно потрудиться, чтобы они там отдали цвет. А какие-то очень ярко и красиво. И летний яркий макияж можно сделать, и цветной, и нюдовый, и вечерний. Ну, в общем, любой. Давайте еще раз поближе покажу. Вот так. Вот этот синий очень красивый цвет. Зелень очень красивая. И темная, и светлая, и болотная тут разная. Есть даже вот такие вот прям оттенки. И видно, что если вот взять вот эту четверку, да, то можно сделать разные переходы. Вот эти, например, четыре цвета тоже между собой играют. Ну и вот здесь вот внизу интересный такой коричнево-рыжий, какой-то кирпичный даже. В общем, нравится. Вот эта палетка очень нравится. Если кому-то интересно, то можно ее взять. Еще хочу одну... Ой... палетку показать. Это Naked 2, но это не Urban Decay, как вы, наверное, поняли. Это родной Китай. С AliExpress я заказывала и осталась дико рада. Замечательная оказалась палетка. Тут огромное зеркало. Так, давайте я покажу вот так. Те оттенки, которые идут матовые, они мне не нравятся. Конечно, можно их на все века нанести, но есть те, которые я очень-очень люблю. Вот, например, предпоследний, вот этот сиреневый. Так, я, чтобы уж с зеркалом не светить, давайте сама тут наберу некоторые оттенки, а вы посмотрите. Очень люблю эту палетку, прямо вот очень. Смотрите, она не сыпется. Не, ну если перестараться, конечно, вот я сейчас вот этим вот так, видите, набрала сильно много, что тут и не захочешь, посыпешься. Вот. Легко отдает цвет. Очень много цвета остается на, вот даже на пальцах. Прямо отличная палетка. Так, у меня ватка одна кончилась сейчас. Перейдем ко второй. И сейчас покажу еще. И надо совсем, вот едва дотрагиваетесь до тени, и уже у вас хорошая цветоотдача. Вот, смотрите. Ну, прелесть. На самом деле прелесть. Я знаю, что были девочки, кто сравнивали с настоящей. Я за такие, ну, ролики отвечать не буду. Я не пробовала настоящий Naked 2. Но вот этот понравился. Кстати, кисть тоже очень хорошая. И давайте я вот матовые еще покажу. Но вот матовые я не очень. Вот они такие меловые. Особенно так, вот этот. Видите, он как бы такой непутевый какой-то. А все, что остальное, очень красиво. Вот этот мой любимый цвет. Вот он наверху. Третий, ну, перед черненьким. Так, откладываем. Ну и закончу по большим палеткам. Покажу еще одну. Это от Литуаль. Это подарок. Подарок от Наташеньки Черных. Классная вообще палетка. Я не знаю, продаются ли они сейчас. Но Наташа вот сделала мне такой подарок. Так, сейчас вот так вот бочком покажу. Видите, тут сверху зеркало. Я сижу на кухне. Кухонная утварь там мелькает. И вот такая палетка. Она уже не настолько хороша, как Эльф, которую я называю. Но, тем не менее, неплохая. Если ее вот по ценовой шкале, я бы... Не по ценовой, а
В общем, на четверку я бы ее оценила. В ней уже идет блестки. Видите? Есть небольшое свечение сатиновое, но в целом. Так, сейчас я покажу. Давайте вот здесь, а то я не стерла. Но в целом идут блестки. Вот видите, тут много тоже набрала. И они немножко пылят и немножко некоторые оттенки в грязь. Бывает, собираются. Но также можно сделать спокойный макияж, можно яркий макияж, только приноровиться. Так, сейчас я вот еще хочу вот этот показать. Смотрите, он какой яркий. Так, давайте вот здесь чего-нибудь наберем. Тут. И давайте вот такой. Чтобы разные были цвета. Вот, смотрите, видите? Все, конечно, я не буду сводчить, потому что мы тут просидим долго-долго. Но вот видно некоторые такие капризные цвета. Но в целом неплохо. Если любите сатиновые, то, конечно, вот это вот намного интересней. А тут они такие как бы можно почти матовыми назвать, с блестками. Как-то так. Ну, неплохая палетка. Не часто пользуюсь, но пользуюсь. Наташеньке большое, конечно, спасибо. И у нее есть еще второе отделение. Но сейчас я показываю тени просто как факт. Покажу, что есть вот такие вот еще вещи. Так, вытираем руку. Сегодня много мицеллярки. Надо будет потратить. Честно, мне понадобилось целых 2 дня, чтобы отойти от предыдущих роликов и начать снимать тени. Потому что столько добрых комментариев, ну в кавычках, конечно, что нужно было их пережить. От Тиандэ вот такая вот есть палетка. Я не буду сзади читать номера. Потому что тут такой длинный совсем номер, 81201, ну как бы код. Я не знаю, есть ли она сейчас так в Тиандэ. Очень люблю, так, еще сломаю, либо ноготь, либо, ну что-то застрял, вот. Либо крышку. Вот такие красивые цвета, давайте я тоже пособираю. Как бы, девчонки, не говорили вы, что не обращая внимания на комментарии плохие, но все равно трудно, живой человек все равно трудно. А потом, если человек пытается обидеть, ну, он же там и старается. Очень красивые. Реально красивые. Некоторые говорят, что они пишут то, что думают. А мне кажется, надо думать сначала, а потом писать. Видите, какие интересные. Вот от Тиандэ я эту люблю палетку. Мне ее тоже дарили. Лиза, Елизавета Сидорова мне присылала. Она занимается Тиандэ. Вот такие красивые. Давайте я еще покажу. Эти мне хочется прям вам все показать. Может, я хрипло. Как будто пела. Вот, видите, какие они. Люблю. Вот эти прямо люблю. Внизу такие прям совсем нежные-нежные. А вверху поярче. Вот. Так, а зеленый-то я показала свой любимый-то. Я что-то не помню. Так, сейчас попробую. Вдруг не показала вот этот. Или показывала. Давайте его вот здесь мазну. Нет, самый любимый-то. Чуть не обошла стороной. Вот этот очень красивый цвет. Поэтому, если есть возможность как-то в Тиандэ что-то посмотреть, заказать или купить, вот эта палетка замечательная. Опять же, если вы любите сатиновые цвета. Тут где-то я уже через какое-то время нашла вот отделение второе. Вот видите, оно какое-то. Вот. И у него есть тут зеркало и 2 чистых, девственно чистых спонжа, потому что я не сразу нашла эти 2 отделения. Ну и, наверное, в этой части давайте я вам покажу вот эту вот блестючесть. Заказывала я на китайском сайте в CN Direct.
Я не знаю, интересно ли тут оттенок 0,1, но блестеть я сильно не буду, потому что она сейчас даже фокус не наберет. В общем, вот видите, там сверху зеркало. Но я вам попробую показать вот так цвета. Видите, насколько они блестящие. Это вообще просто вот праздник. Так, сейчас попробую набрать. Совсем чуть-чуть постараюсь. Так, сейчас давайте вот здесь. Это вообще прямо взрыв. Эти тени, честно признаюсь, больше я люблю вот так вот набирать на ручку и на них смотреть. Вот они какие. Ой, простите, пинаюсь. Эти тени с блесками, и эти блески немножко осыпаются, поэтому не сильно я ими и пользуюсь. Ну и по возрасту они мне не очень подходят, естественно. Но тем не менее, так как я люблю все блестящее, то я их имею. Мне их присылали на обзор. Была возможность заказать что-то на обзор. Я заказала. Не жалею. Вот иногда играюсь. Но у меня подруга приходит и ими с удовольствием пользуется. Вот черный сейчас покажу. Вот и черный. Даже фокус, видите, теряется на этих тенях. Давайте еще раз покажу. Вдруг еще кто-то любит, как я, сорока блестящие. Вот такие вот они красивые. Ладно, больше блестеть не будем. Сейчас я попробую сводчи смыть. И думаю, что еще вам в этой части показать. Наверное, от Тиандея сейчас еще одну вещь покажу. И уже в следующих частях буду показывать уже сетевые. Теперь рука вся блестит. Хочу показать от Тиандея вот такую вещь. Тут тоже зеркало, и это называется вообще блеск для лица. Но я использую не как блеск, сейчас попробую открыть, а как тень. Единственное, нужно очень-очень аккуратно. Вот. Так, давайте я вот здесь попробую. Можно использовать действительно очень-очень чуть-чуть под бровь и как хайлайтер, но тут не переборщить очень сложно. Даже вот несколько раз, если наносить, видите, нужно прямо совсем каплю, чтобы у вас немножко-немножко вот светилось. Ну, можно, в любом случае можно. Вот, и смотрится вот так. И хватит на всю жизнь, даже останется еще на 3. Ну, наверное, первую часть я на этом остановлю. И встретимся уже во второй части. Чуть-чуть мы с вами тут подчистили.